Сильный ливень топит дворовые территории и дома в селе Синокосное Осакаровского района Карагандинской области. Вода стала поступать во дворы стремительно. Проливной дождь идет с утра. На место выехали специалисты с техникой по откачке воды. Сельчанам причинен большой ущерб. Затонули автомобили, рискует утонуть мелкий рогатый скот. Сейчас помогает сельчанам в этом бедствии акимат, который тоже привлек технику для откачки воды. Нас сейчас затопит, мне кажется. Она не сухой, а все-таки добрым. Мне кажется, сейчас нас затопит. Смотрите, что творится. Охренеть, у нас потоп здесь. Капец, что у нас творится, смотрите. Тонем. Ванна потонула у нас.